Легким движением тела противник оказывается в нокауте. Но нокаут здесь условный, как и звание противник, впрочем. Тренировки в химкинском клубе «Симба» проходят именно так. Каждый день новые достижения и успехи. Здесь же тренируется 7-летний борец Андрей Ряшин. Он забрал пояс на турнире «Вольник». Он участвовал среди других очень знаменитых спортсменов и вот смог защитить честь нашей школы. И это только одна из многочисленных побед маленького спортсмена. Его упорству и самодисциплине можно только позавидовать. В 4 года мальчик сам пришел на борьбу, до этого занимался спортивной акробатикой. За несколько лет занятий из обычного ребенка вырос настоящий профессионал. У него невероятный характер, такой прям русский, настоящий русский характер, у него ничего не боится, он всегда выходит с хладнокровной, выходит на схватки, выходит без эмоций, никто не знает, что у него там в голове. Такой непредсказуемый парень. Клуб открылся совсем недавно, в сентябре 2022 года, но воспитанники за это время одержали уже ряд побед и привезли в стены родной школы 26 золотых медалей, 20 серебряных и 18 бронзовых. Сегодня мы совместно с заместителем главы администрации города Панчуком Игорем Петровичем приехали поздравить юного спортсмена Андрея Ряшина, который завоевал победное место в одном из турниров. И также поблагодарили его тренера за то, что он растит юных спортсменов на территории городского округа Химки. На одной победе здесь не останавливаются. Дети продолжают усердно тренироваться, чтобы на следующих турнирах и чемпионатах занимать места на пьедесталах.